Ого, что-то новое. Я, конечно, не играл хоррор-моды на Portal, но этот будет из первых. Как всегда, начало хоррора начинается с какой-то криповой музыки. Так, а почему уже Portal открыт? Ну ладно. Следит за мной и молчит. Да. Где тот самый ламповый голосок Гладос на заднем фоне? Это же минимум как крипо... Ты что, издеваешься, что ли, Гладос? Давайте сделаем вид, что мы испугались этого куба, окей? Да. Следи за мной дальше, не разговаривай со мной, я без тебя справлюсь. Ага. Первая ловушка мода, да? Даже на стене написано, что она следит за мной. Но... Хорошая попытка была, Гладос. Сос. О, наконец-то порталган. Теперь с помощью порталгана наконец-то я смогу скипы. Гладус, ну вообще в совести имею, я оплатила бы хотя бы электричество, а? Я вроде в хоррор-мод играю, но я скри... И что делать? Выглядело безопасно. Такое чувство, что Гладус вместо нейротоксина залила жидкость для вейпа. Почему здесь все... О да, самое сложное испытание за весь портал. Гладус надо мной угорает или что? Мне что... Окей, ну и что, стул? Почему не два стула? Ой. Кто дышит? Мужчина? Ой, мужчина, ну не дышите мне. Ну пожалуйста. Мужчина. Мужчина. Мужчина, ну пожалуйста. Мужчина меня пощадил. Спасибо ему большое. Вот чё он смотрит на меня? Я что, такая красивая, может? Сидит, наблюдает за мной за защитным стеклом, думает, я не доберусь за него. Да, если я сделаю вот так, что ты теперь сделаешь? Ты никуда не убежишь. Я же могу тебя удалить нахрен. На что этот испытуемый рассчитывал? Друг, вставай! О, друг, здорово! Давай вместе проходить. А ведь мы с этим дедом могли бы пройти вместе. Пройти полностью до выхода Aperture Science. О, ну это судьба, оказывается. Если нет выхода, прыгай вниз. Это я так. Если в игре нет выхода, в реальной жизни не повторять, пожалуйста. Ну не, ребята, я для ТикТока не подхожу. Я, конечно, понимаю, что я привлекательная женщина, но я сюда пришла испытания проходить, а не ТикТоки снимать. Ну что ж, наконец-то апгрейд пушки. Но я все же применю хитрость свою. Ей явно не понравился мой трюк. Я вытащу тебя отсюда. Ну не надо, чувак, мне и так тут хорошо. Вы тоже это видели? Это что, тот самый чел, который мне на стенах любовное признание писал? Так, ну эту испытательную камеру я знаю, как пройти. Первый портал туда, и второй под себя. Ну изи, мы... Скажи, сегодня не мой день. Ты серьезно угораешь, что ли? Ну тут я не буду выпендриваться, поэтому я лучше пройду стандартом. Чё ж мне? Ну да, ничего мне. Напилили тут коридоров, теперь иди непонятно куда. О, тот самый стул с второй испытательной камеры. Ой, ко мне сейчас мужчина подойдет, да? Ну я готова. Хочу поправить, вообще-то жидкость для вейпа. Ага, значит мы скипнули пол камеры, ну нормально. Ну ладно, здесь мы надолго не задержимся, сделаем сразу по-спидранерски. А, даже не Терн, а тут Дайв. О, это мой новый Кент. Ага, значит мы теперь с ним пара, мы влюбленные. А знаете, что происходит потом с этим кубом? Я думаю, не стоит рассказывать. Так скажем, использовал и бросил. Ага, изи Гладос. О, это тот самый чел, который мне любовное признание на стене писал. Все-таки мы с ним встретились. Ну что ж, если вам понравилось видео, поставьте лайк за мои старания, а также подписывайтесь на мой канал и напишите в комментариях, какой контент вы хотите видеть на моем канале. Спасибо.